Merci. Уважаемые зрители, естественно, что на главные соревнования года в нашей стране, на чемпионат России, уже прибыло и еще больше прибудет почетных гостей, а также руководителей нашей отечественной борьбы, специалистов по борьбе. И одним из первых на наших соревнованиях появился президент Федерации спортивной борьбы России, олимпийский чемпион Михаил Мамиашвили. Приветствую! Казим Чукай. Not 55, but 60 kilograms. На ковре цвет.